Это произошло на море. Мы хотели поесть конфет. Что? Мы увидели Балди? Балди, Балди! Бежим отсюда! Мне кажется, что он идет по магазину за мной. Балди подходит к нам. Что это? Что это за записка? Смайлики что они означают? Пройдешь новый паркур? Балди, смотри, нам Валерий попить несет. Валеришка, можно пригласить тебя на танец? Валерий будет танцевать со мной. Нет, бро, здесь я круче всех танцую. Бали утонули в лаве! Бали, мы вас спасли! А на самом деле... Им нужно на пузико попадать! Большое... Мы играем эмоджи! Круто! Я настолько люблю этот мультик, ребят! Смайлы! Так, давайте повторять смайлы, которые изображены! Как... Или вот с языком! Это вот такой смайл, ребята! Ты видишь, папа? Персонажем! На выбор, кем хотите! Вон, кстати, свитер есть! Но настоящим! Но теперь настоящий! Валерий всегда хотела быть девочкой-переменкой! Уу, поехали! Ага, с прической! А волосы остались! Ребята, смотрите, какая она смешная! Перемена сказала, у меня что-то прическа не очень, а у Валеришки возьмет! Всем привет! Вы на нашем канале Валеришка Геймс. Ребята, Валерий сегодня хочет попробовать поиграть в Роблокс Балди. Вышло обновление. В этой игре вышло обновление, две новых карты. Мы сначала покажем вам первую. Смотрите, Балди танцует. А, ну это уже у нас одна карта была, но там тоже вошли обновления. Вот, пробуем сейчас в эту. Валерий, давай попробуем. Мне кажется, у тебя должно получиться. Я понимаю, что Валерий, может быть, у нас еще не... Давайте, ребята, будем играть по очереди, у кого будет лучше получаться. Супер-паркурщик. Но она старается, ребят, так что давайте ее поддержим. Я умею в паркур играть. Да, Валерий, на самом Балди деле, по школе Балди. Очень любит проходить паркуры. Вам тоже, если нравится, пишите в комментариях, какая ваша любимая. Я уже в Балди играла, это мне так, смотрите, швабра, она здесь нам устроила целые классики. Девочка. А потом, ребята, переменка. После прохождения этого паркура будет следующий, совсем новый паркур-апдейт. Вау, смотрите, Балди, сколько Балди! Бля, Валерий несет, она едется. Завтра с родителями в школу. Смотрите, здесь трасса двигается, главное не дотронуться. Директор, главное, чтобы не поймал, сейчас на 30 секунд не дотронуться посадим. Ни до кого. Так, Валерий, смотрите, поехали. У тебя уже сода. Ларьки, сода мама, носок впереди. Почему-то сода разбросана в школе. Носок! Валерий, ты дальше не пройдешь. У нас кляксы ставит. А зачем он поставил кляксы? Зачем носок ставит кляксы, ребята, кто знает? Не знаю, ребята, в Роблоксе почему-то носок ставит кляксы. Может, это содовая, только черная? А мне показалось, что чьи-то ноги. Видели, только что были? Пробежала мимо. Кто заметил? Одни ноги стояли на вот этом шкафчике. Это ноги какого-то ребенка, не добежавшего куда-то. Так, ну что, давайте попробуем еще. Валерий, давай, молодец. Давай, Валерий, мы за тебя болеем. Бегаем по столикам и не забывай отмечаться. Мама, давай себе ты. Давай я. Двери? Мы по дверям прыгаем? Да, это желтые двери из игры Балди. Мама, вдруг они все скипят? Открыть. Я опять попадаю на пол этой лавы, заметили? Мама, а вдруг они сейчас такие пил? Бали утонули в лаве! Спасите меня! А на самом деле... Им нужно на пузико попадать. Большое расстояние, ребят, заметили, какое между да, Бали? Да, очень крутое. Прыжок! Молодец! Ты ему на руку попала. Вообще, на самом деле, мне тоже эта карта новая. Линейки. Я после мамы играю. Хорошо, давай я линейки обхожу. Линейки. Что у меня с ногами? У меня с ногами проблема, ребят. Так, все, двери. Ноги не слушаются. Двери. О, двери торчком. На торец нужно прямо попасть, ребята. А, ребята, надеюсь, я смогу продержаться. Давай, прыгай, мама. В этом Балди челлендже. Ребята, так почему у нас как кляксы? Кто-нибудь знает вообще? Thank you. Так, а зачем звезды? Хорошо, я прыгаю по звездочкам, чтобы не попасть в лаву. А где были в игре звезды? Кто помнит в игре Балди звезды? Валерий тоже, да, этот вопрос задала сразу. Я не знаю, мне кажется, нигде не было. Да. Кто-то помнит? Ребят, напишите в комментариях, вы помните, что в игре Балди были звезды? Вообще нет, я тоже не помню. О, ребята, лайки, ставьте лайки. Ставьте лайки, ребята. Подписывайтесь на канал Валеришка Геймс. А Балди не придет, Балди тут нету. Придет, Валерий, говорит, что не поставите лайки. Может, он за нами бежит, а мы не знаем? Поставьте лайки. Мама, упрыгивай быстрее оттуда. А вдруг поймает, действительно. Балди, интересно, тоже так же хорошо может прыгать? Так, ребята. Балди,
Я уже почти к финишу добралась. Давай! Нам нужно глянуть, что еще дальше в этой... Это были статьи про носок, про Балди, про какую-то статую. Новая карта, надо глянуть, что они. Шоколадки, они такие маленькие, висят над пропастью. А, Валерий, смотри, как вообще тут сложно. Мама, на, играй. Я играю, потому что шоколадки очень далеко друг от друга, вы заметили? Давай! Я всё. Почти! А он вообще круто! Давай, папа, папа! Давай я! Так, все, глобусы! Глобусы! Слушайте, как 3D! Они маленькие совсем! 2D! Я прям, мне самое сложное досталось, ребята! Они 3D! Они висят в воздухе, они очень маленькие! Вообще, как будто изометрия, заметили? Вот она даже, он какие-то вначале плоскими кажется, а потом все-таки чуть-чуть обман зрения! Да, кто-нибудь ребята, был в таком музее? Ребята, у вас случался в обмане зрения? Да. Нет, случался? Есть много музеев, если кто-то был, пишите в комментариях, вы были в каком. А мы были в магическом музее с мамой. Так, Валерий, это что тут у нас папа прыгает? Кассеты, магнитофоны? Магнитофоны я прыгаю. Кассеты. Помните, была кассета в учительской? Монетки! Магнитофон? Монетки вот пошли. Давай по монеткам аккуратно, прыгай сюда. Тебя скорее! Тебя ждет нечто особенное. Ничего себе, сколько у нас монеток! Помните Балди на русском, как он говорил, нечто особенное? Ребята, добро пожаловать в школу! Школа мой дом! Помните? Ой, ножницы, смотрите, скорее, 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 Валерий! Да. Скорее, скорее! Не отвлекайте папа, меня! Папа, давай, прыгай! Скорее, скорее, а то он сейчас ножницы зарежет тут. Да, они нет, они могут только разрезать есть. Тебе что-нибудь. Так, ну это просто, это планшетики с заданиями, только почему-то все задания сгорели. А, они просто утонули в утонули лаве. Утонули в лаве. Сейчас... О, девочки, о, девочка прибежала. Так, девчонки, помогайте. Переменки нас ловят. О, это тетрадки прямо, ребята, с карандашами. С ручкой, карандашиками, да. Ну, тут тоже, кстати... Папа уже приловчился, смотрите, быстро проходит достаточно. А, прыгай, давай, давай, давай. Ай-яй-яй! Так, давай уже Валерий после этого поиграем. Предметы все меньше и меньше, ребята, вы заметили вообще? Ну, мне кажется, глобусы были самые маленькие. Все, теперь я! Так, давай. Валерий, давай, ты теперь соды, по содам. Соды. Кстати, напишите ребятам, как вам нравится, когда мы играем двумя игроками соды, или одним соды, игроком? Соды, а, давай сюда, соды. Валерий, аккуратненько. Давайте купим соду и вот так вот такие. Балди! Кто разбил со? О, Валерий, сейчас будет вообще очень сложно. Маленькие телефончики. Валерий, справишься? Давай попробуем. А ну, давай сюда, очень аккуратненько. Давай! Здесь даже нельзя двигать. Как ты удержалась? Я думала, ты сейчас упадешь. На край тебя, на антенку. Нет, она действительно прям совсем на краешке стояла. Представь, сейчас кто-нибудь по телефону позвонит, Валерий испугается. И упадет. Говорит, алло, это Балди. Давай сюда, скорее, скорее. Откройте вам, мамо. Алло. Бананчики! Ну все, Валерия, это прям вообще самое сложное. Смотри, здесь труба, банан. Труба, бананы вообще, мамалюськи. Полосочки просто. Ну, телефоны были меньше. А где был в игре банан? А, он был в новом вот моде, где свитер был, и там банан был еще. Я что-то не помню. Учительский ребят, банан был. Был. Свитер был без головы в шляпе, и банан там еще висел. Вот он, вот он, вот он. О, а, вот этого, да, свитера, да, да, точно, вспомнила. Может, это шляпа называется? Ну, кстати, да, почему-то нам называют его шляпой. Я не знаю только почему, ребят, кто знает, почему пишите. Шляпа, ребята, вы знаете почему? У него же нет шляпы. Давай, Валерий, по досочкам. Ну, это, кстати, уже там не что, так дверь? Сложно. Ребята, там дверь. Ура! Есть! Ура! Валерий, забегай, что там у нас интересного? Куда мы вышли? Ой, смотрите, здесь вау. Тоже мы можно менять. Мы можем стать любым персонажем на да. выбор, кем хотите. Вон, кстати, свитер есть. Но настоящим, ага. Но теперь в настоящий. Валерий костюм. Всегда хотела быть девочкой-переменкой. У-у-у, поехали. Ага, с прической. А волосы остались. Ребята, смотрите, какая она смешная. Перемена сказала, у меня что-то прическа не очень, я у Валеришки возьму. Хочу себе тоже такие же волосы. Так, вот, Балди мы можем быть. А, ты опять стала девочкой. Проехалась по девочке. А смотри, он тоже. А нет, а ты можешь снять волосы. Да. Балди, Балди. Балди, Балди, постучать можешь линейкой? Ребят, ну это да, песенка нам очень нравится. Балди, Балди, all the here. Ой, так, ребята, сейчас, как обещали, обновление, апдейт, новый мод в этой игре. Мы играем эмоджи. Круто. Я настолько люблю этот мультик. Ребята, вы любите мультик эмоджи? Смотрите, мы сейчас будем прыгать по смайлам и... Вокруг нас будут танцевать ребята. Смотрите, вон они танцуют между колоннами. Ой, ну слушайте, очень прикольно. Я на самом деле вот очень люблю этот мультик. Подмигивающие смайлы. Так, давайте повторять смайлы, которые изображены. Как называются эти смайлы, ребята, пишите. Папа, подмигивающий сделал. Удивленный, удивленный смайл. Папа, давай. Нет, подождите, а это что такое, грустный? Это грустный смайл? Или вот с языком? Это вот такой смайл, ребята. Ты видишь, папа? Да, он такой. Валерий, давай аккуратно, ей же так, надо срочно прыгать, она не может повторять. Это смайл. Улыбка. Ребята, быстренько все улыбаемся. Веселый смайл, повторяйте за нами. Всем, ребята. Это челлендж смайл, эмоджи. Помните, у нас был очень популярный на ютубе эмоджи смайл?
Да. И мы все делали смайлики. Сейчас опять такой серьезный смайл. Следующий грустный. Смайл. Так, сонный, а как же прыгать, если сонный смайл? Ладно, я буду прыгать тогда. Ребята танцуют, смотрите. А что это за ребята, которые танцуют? Расскажите. А помните, мне? Вначале был парень, который возле Балди танцевал? А, думаете, это получается тоже? Вот это тоже? Обновление вот с этого, да. А, ребят, смотрите, мой любимый смайл. Все сделали смайлик с глазками, сердечками? А ну, Валерий, дай мне свою руку вторую, а то мне неудобно прыгать. Ай. Нет, не так, надо сердечко, сердечко, ребята, сердечко, да, вот так, давайте, вот, давайте. Вот, вот, вот. Давайте, нам не... Ребята, смайлик. Мы вас очень любим. Все, грустный. Грустный мы смайл. Уже приближаемся к выходу, ребята. Ребята, что там за смайл? О, а это что за сложное задание для меня? Это смайлик пришел на море загорать. Да, ребята, он лежит на песочке, загорает, действительно. О, вот нажал. Как он там? Ладошка? Ладошка, да. Все, мама, беги. Мама там какашка. Круто, была. Смотрите, что это такое? А тут это, можно это стать каким-то... Это самый главный герой, который все. Был. Все. Да, ребята. Мама, голос, вот ребят, ну это очень крутое. Мы прошли, обновление. Молодцы. Аллилуйя! А, ребят, смотрите, я сейчас буду ладошкой. А нет, что не получилось у меня ладошка? Ты там что припрыгал? А девочка? Вот, ладошкой мама получилась, ура! Наконец-то. А девочка что а не да могу нет, стать? Она называется ребята, Дай если 5. Вам понравилась эта игра, мы будем продолжать обязательно играть в паркур. Пишите, во что еще поиграем в Roblox? Ребята, она называется Дай 5. Дай 5, ребята, как вы ребята, считаете, мы справились? Дай 5. Дай 5. Мы вас очень любим. Всем классного настроения. Подписывайтесь, кто еще не подписался, будем очень рады. Жмите колокольчик. И ставьте лайки. Встречаемся в следующей серии. Очень любим.